Ты же меня отдашь. Поймите, она должна пройти сейчас сюда. Конечно, вы же будете победить. Пройдите. Олечка, что там у нас? Укс. Да, очень маленький шприц. А где у меня пациент? Пациентку заработайте ее. Мы тоже с вами чуть-чуть назад, знаете? Ждем ли на... Вот 0,5 набрала. 0,5 набирается, смотрите. Вот 0,5 набирается. Газ будет 0,5 набрала. Набрала все. Остальное остается. Остальное остается, да. Затем медицинская сестра подходит к пациенту. Так, зачем? Потом его. Ну-ка, пропустите меня, пожалуйста. Все, пропустите меня. Тихо, аккуратно. Не видно. Не подходите. Не, близко не подходите. Аккуратно. Покажи иглу, скажи. Вот она. Да, смотрит, вакцину набрала. 0,5. Самоблокирующий шприц. Набрали мы 0,5. Чуть-чуть камеру. Дайте чуть-чуть нам в нашу сторону. Покажи чуть-чуть. Иглу. Покажи. Вот иглу. Набрано. Гам, ковид, вак. Посымляй, да? Затем сухой вак берем. Дельтавину мышцы делается глубоко, внутри мышечная. Снимаете, да? Все, давайте. Потихонечку вводим. По ощущениям, как обычный, да, прививка? Не волосы щипал. Так, немножко поддержаем, позади. На телефон отписываешь? Да. Затем я заклеиваю. Зачем? Так, значит, состояние должно быть у вас после прививки. Что-то, если почувствуете, сразу на комнату наблюдения у вас отведем сейчас. Будете сами себя ощущать. Голова не кружится. Давайте я бейдж буду. Покажите, нашу сторону. Нам пока. Давите на вакцинацию. Ой, нам покажите. Ага, не... Я теперь одеваю бейдж на пациента. Ага. Покажите нам. 30 минут уходит в зону ожидания. Пожалуйста. Зона наблюдения. Так, секундочку, можете показать? Выходим, выпускаем вице-министра. В любом случае, ожидание не сможет. Вы через 30 минут сможете нам дать свои первые комментарии? Да, обязательно. Будет интервью. Обязательно. Да. Это будет в поле. Все, конечно, небольшое.